Сегодня мы впервые в этом году проводим открытый кубок Харьковской области по казацкому двубою. На нашем турнире мы собрали порядка 550 участников. Представляют 29 команд из Харькова и области. Бои проходят на 5 площадках. Это 4 татами и 1 октагон. По разным стилям и разделам нашего вида спорта. Сегодня наша команда «Воин» представлена в составе 38 человек, 38 участников. Ой, кое-кто не доехал, конечно, малыши. Очень рады мы присутствовать на этом турнире. Традиционно мы присутствуем на турнирах всех по казацкому двубою. И уже один из спортсменов, который начинал здесь тоже как начинающий спортсмен, дошел до уровня чемпиона мира, мастера спорта международного класса. И уже сегодня мы с ним, с Захаром Фатулазаде, ездили на международные соревнования, представляем нашу страну на международном уровне. Между ММА и казацким двубоем много общего, так как есть много разделов в казацком двубое, которые идентичны ММА. Я начал с казацкого двубоя, для меня этот спорт дал начало, так сказать, карьере спортсмена. Вот, я выступаю и выполнил мастер спорта международного класса по этому же виду спорта. После этого я выиграл кубок Буковеля, после этого ездил, выступал по профессиональному ММА, ездил в Грозный на турниры ACB, также там выступал, потихоньку набираемся опыта, деремся. Это является отборочным турниром к чемпионату Украины и чемпионату мира. И это, прежде всего, для спортсменов прекрасная возможность проверить того, чего они добились за этот год. Очень радует то, что очень хороший профессиональный уровень показывает. И как спортсмены, так и уровень судейства. В этот раз очень хороший, большое количество судей профессиональных, а это не может не радовать. С каждым годом этот уровень растет и растет. Все больше людей приходят в этот вид спорта. И приятно, что, конечно, молодежь у нас развивается, так как это все-таки будущее нашей нации.